Кстати, сегодня избирком напомнил жителям Хакасии о том, что в день выборов 11 ноября можно будет проголосовать на участке по месту нахождения, а не по месту фактической регистрации. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или через портал госуслуг. Сделать это нужно до 7 ноября. Стоит отметить, что заявления, поданные ранее, то есть перед единым сентябрьским днем голосования, тоже действительны.